Вот я пришел тут уже в лагерь. Вот наш шарик лежит, охраняет. Вот тут Виталий работает, Сергей, Никита Шкурин, а там и с Володей. Ну тут приехали еще помощники по лагерю. Мир вам! Мира! Мира! О-о-о! Володя, надо было свет дать. Плохо тут. Так, какая нужна от нас помощь? Что, а можно? Уже? Да, мне нужны изменения в лагере. Давай. Можно вот тут инструменты, их убрать отсюда? Я их убрала уже. Нет, нельзя. Нельзя? Потому что у нас пропадет, его не будет. Нет, я под ключ, под замок в пекарню положила. Нет, это нам неудобно каждый раз открывать. Мы постоянно носимся. Теоретически да, практически нет. А может быть сделать какое-то место на складе? Дело в том, что... Вот там открыто, ложимся спать, все открыто. То есть только на кухне? Только здесь. Варианта нет. Или уносить туда. А туда каждый раз... А если в рабочей келье сделать замок? Да. И туда. Ну вот дело другое. Пожалуйста, потому что на кухне весь этот беспорядок с инструментами, ну не дело. Ну мы посмотрим, пока не дело, но ну, возможности наших нету. Я очень прошу. Я их пока перенесла на пекарню. Вот и без разрешения. Да. Раз без благословения, значит вернуть на место надо. Чтобы ладно, я наведу порядок. Чтобы не наказал. Наводи порядок, отодвинь, когда выметишь, и на место поставь. Да, я все поставлю. Ты инструмент на место. Так сделал, чтобы он молоток, топорик, все это отдельно было. Ну, это вот вы же сами, да, с инструментами. Ну, это порядок. У меня Надежда Васильевна придет в шкаф. Мы молимся, что-то пока разговариваем, она в шкаф залезет. Такой наведет порядок, я ни кружку, ни ложку не могу найти. Ну какой же это порядок? Я вас понимаю, бывает потом такой порядок. Чистую бумагу берегите. А так, газет нет, много у нас. Здесь нет чистой бумаги. А? Здесь нет чистой бумаги. Ну, я говорю, на будущее. Так, мы уходим сейчас к храму, на храмовый пруд. Надо там ремонт произвести. Давайте. Мы перезаняты, так что нас не трогайте, да? Ладно, хорошо. Все, во славу Божию. Кели надо мазать, где, смотри, глина тут, ребята помогут, солому, все намешают. Да я еще на кухне убираю. Так, братья, что здесь работники скажут, вы то выполняйте им. Глину поднести, намешать глину с соломой поднести, чтобы сами они ничего этого не делали. Сказала мазать, они будут мазать. Вот так. Ну, я рад, что вы приехали. Ну, мы сами рады, что приехали. Слава Богу. Да. Хороший хозяин, отпустил хозяйку. Хороший. Ну, ладно. Ну, пошли. Грузим. Никиту возьми с собой, он утащит.